Всем привет, всем здравствуйте. Вы на канале «Все будет хорошо» и с вами я, Елизавета. Я сегодня ездила в наш район, в Лев Толстой, в поселок. Поехала, как сказать, по делам, по двум делам. Вот, и хотела бы показать свои покупки. Распаковка, чек, как у нас тут принято говорить. Я даже вот не стала раздеваться. Это, говорю, сейчас по-быстрому, а потом сразу в холодильник уберу там, что надо. Вот, и что-то как-то... Вот. И... Ну, приступим. Одену свои очи. Шапку не буду снимать. Я чуть приехал, поставил котел, уезжал на двойку. Было жарко, солнце светило прям так горячо. Вот. И не стала, выключил я тройку, поставил на двойку. Вот. Я говорю, приеду, включу тогда погромче. Так. Ну что я купила? Вот надо, вот все нужное. Вот и это надо, и это надо, и это надо. Но я же покупаю опять в маленьких количествах. Вот. И в маленьких количествах. И, как сказать, здесь такого не купишь, что там во Льве купишь, в супермаркете, естественно. Вот. Покажу, что. Вот. Молоко купила. Я потом цены скажу. Вот. Это мое любимое. Лебедянское. Это наше молоко. Местное. Может, у вас тоже такое продается? Так, поставлю сюда. Так, что? Заходила я не в супермаркет, в магазин. Вот как они... Сливочные владимирские сосиски какие-то. Вот, не знаю, хорошие, нет. Так, пахнут хорошо. Ну, я уже, наверное, кушаться хотела. Я как завтракала, больше не ела. Завтракала, наверное, в 10. Вот, и больше я не ела. В 2 часа автобус у меня был. На 2 часа, к 2 часам. На остановку ходила. Ни туда, ни на трассу, слава богу. Ну вот, что-то как-то это. Что-то плохо видно. Вот, и я поэтому осталась в шапке, но это мне не такой уж прям ледник, сейчас нагреется. Я говорю, не буду. Так, сосиски. Купила сосисочки, еще 3 вот взяла. Тоже сливочные. Да, вот, сливочные. Папа может. Ну, я знаю, что они хорошие. Не лучше ли сесть. Так. Купила огурцы. Я знаю, что их надо есть. Но они мне что-то не очень-то идут. Как-то вот. Почему-то меня от них тошнит. Вот. Конечно, когда цену называешь, это сразу хорошо. Знаешь, что почем. Так. Огурцы. Вот, сейчас я вам скажу. 106 рублей. А, вышли, наверное, на 106 рублей. А цена со скидкой 164 рубля 99 копеек. 164 рубля. У нас 210. Буду есть. На ней еще полежат. Так, что купила? Помидоры еще взяла. Они не такие прям уж спелые. Они все не такие спелые. Вот, тоже помидоры. 4 штуки взяла. Но они огромные. Я люблю все огромное. Вот. Томаты, значит, стоят 137 рублей. 99 копеек. Есть разница? 210 у нас огурцы и помидоры. Вот. Это, значит, огурцы
164. А помидоры? Только что сказала. Так, огурцы. И томаты 137. Вот. Так что бомбически. Буду есть. Витамины обязательно нужны. Купила еще кусочек колбас. Сейчас скажу. Не знаю, какая. Смотрите. Срез такой вот не жирный. Вот с жирным нет, кусками прям не попадается. Это тоже видно Владимирская. Да, Владимирская. Вот сервелат какой-то. Ну вот я так утром на булочку похрустеть. Зачем я снова начала есть колбасу? Зачем? Пусть лежит. Если что, колбаса пойдет и в соляночку, и с яйцами можно пожарить. Я уже об этом говорила. Так, вот купила еще я заменитель сахара. Но я такой у дочери пробовала. Я себе покупала. Ну, так он, да, заменяет ложку сахара на пакетик. Это я для, это, в уголке для диабетиков беру. По-моему, он стоит 134, где-то 130, наверное. Эй, да ладно. Ладно, сейчас я вспомню. Буду тянуть я время. Вот. А так я, ну, как сказать, когда заболела диабетом, я, значит, какие-то таблетки я пила вместо сахара. Ой, сейчас вот тоже не могу вспомнить. Вот. Ну, в общем, они мне одни не подошли. Что-то мне с них тошнило. Вторые вот. Как это называется-то? Забыла. Сейчас надо пойти посмотреть. У меня упаковочка осталась. Они так, как грибок, сделаны. По-моему, где-то как-то на букву С они называются. Вот. Там сахар был, да, хорошо. Это, ну, где-то 40, 49 рублей, по-моему, пачка. Вот. А это стоит 160, по-моему, коробка. И там у меня 60 пакетиков. Вот. Вот такой батон взяла. Вот. Называется «Родные просторы». «Родные просторы», батон нарезной. На пшеничной закваске. Рекомендован для тех, кто заботится о здоровье. Это я. Два кусочка утром. Тостер. Поджарить. Ой, вкусненько. Вот. Вот так. Так, ладно. Батон. Давайте я потом тогда вам скажу, почем. Я сейчас быстро как-то не хочу я за все это отвлекаться. Так. Купила авокадо. Какие-то авокадо пошли не гладкие, а такие вот все эти, да? О. Не обращайте на мои ногти. Вот. Так, может быть, поеду сделаю маникюр себе. Ой, и постричься надо. Осветлиться. Так. Значит, я люблю грибы. Люблю, и вообще они хорошо для... Ой, извините, для похудения. Вот. Вот такие грибы. Люди... Шампиньоны. Люди все кидают быстро прямо, и они быстро. Надо быстро, наверное, сейчас, чтобы вы не заметили, да, что я купила. Вот такой хлеб еще купила. Вот. Заварной.
с чем? С подсолнечником. Вот. Тоже родные просторы называется. Хлеб заварной с подсолнечником. Так, и смеси разных сортов ржаной и пшеничной муки. Ну и добавление тут идет это. Сейчас скажу. Обдерная хлебопекарная мука это. Ржаная. Так. Ну, тут семечки видно. Тут вот морковку я даже вижу. Морковку. Кунжут. Ух-ух-ух. Тут вообще что-то написано. Я даже в очках не... Возможно попадание незначительного количества арахиса, орехов, кунжута, яиц и молочных продуктов. Чуть сюда все накидали. Кусочков. Это что это такое? Ну ладно, вот такой. Поехали. Дальше. Взяла я себе глупцов. Вложу в морозилку. И буду... Ну... Как сказать, потушу потом. Угу. Еще взяла перца фаршированного. Он аж прилип. Принес, пока я доехала. Вот, перец. Видите, какой хорошенький. Красненький. Угу. Ой, как перцем пахнет. Так. Ну и взяла вот это цыпленка. Называется Приосколье. Кто смотрит? Тушка цыпленка, бройлер, первый сорт. Крашеный, охлажденный. 1,680 кг. Так. Потом запеку. А картошка какая плохая там. Страсть. Я даже... Спасибо, там еще заведующая, наверное, сидела. Я к ней подходила, говорю, у вас картошка вообще есть какая нормальная это вот, чтобы можно по нормальной цене взять нормальную картошку. Она там, говорит, есть это. Я говорю, я видела белорусская. Картошка 3 килограмма, 200 с чем-то рублей. Ну, это очень дорого. Вот, еще была там картошка по 85 рублей. Офигеть. Еще картошка там была вот такая. И она наподобие, она пошла, вышла, пошла мне с кассы, пошла мне подала, вот, говорит, вот здесь, вот, под эти еще, там у них лежат еще, под этой, под витриной, вот еще у нас, говорит, картошка, вот, она мне подала, ну, в общем, ну, она такая вот, знаете, вот, наверное, как абрикос, как чернослив, вот таким размером, и, значит, знаете, что она стоит, ей, говорит, сколько она стоит, она говорит, 45 рублей, а в ней 5 килограмм. Я 45 рублей, я говорю, за килограмм? Она говорит, да. Я говорю, да вы что? Я говорю, я вот у нас в магазине 50 рублей, но зато купишь ну, там нормальную картошку. Ну, не вот такую же покупать, сидеть. Одни очистки у нее будут в итоге, и все. Вот. Так. Сейчас я вам прочту, что почем. А куда у меня? Лапша Ролтон. Я еще лапшу взяла. Две пачки. На всякий случай. Вот. Так. Так, батон нарезной стоит 39,99. Ну, не 30, но в нем 300 грамм. А сейчас, наверное, в основном 300 грамм. 39,99. Хлеб заварной с подсолнечником, который 49,99.
Так, томаты 137,99. Авокадо 369,99. Не знал, что они такие дороженные. Ну, вышел у меня 80 рублей одно авокадо. Грибы и шампиньоны 108,99. Ну, 109 рублей. Вот эта коробка, 400 грамм в ней. Или я что-то неправильно? Вес, количество. Что-то я не поняла. 400 грамм. 400 грамм. 108 рублей. Так, огурцы. На 108 рублей у меня, значит, грибы. Огурцы пупырчатые. 164,99. Зато у нас рядом парники. Ой, теплицы. Так, моя цена. Крупа Геркулес фасованный. Я, наверное, не взяла. Я даю. Сейчас я посмотрю. Так, крупу Геркулес я в прошлый раз брала у нас в магазине. Но он очень такой вот, как сказать, он вкусный. Самый полезный такой вот, который берешь дешевый. Самый полезный. Вот. И он такой вот киселеобразный, такой потом становится. Мне понравился, я его варила. Вот. А это вот, по-моему, я там по 40 рублей брала. А это Геркулес по 17,79. 17,79. Но в нем 400 грамм. А, ну так он и выходит, наверное, и у нас. У нас, наверное, по 40. Вот. Я смотрю, куда у меня еще делся пакет. Так, сейчас еще. В общем, лапша я Ролтон брала. Две пачки лапши и доширак один взяла. Тоже подорожал все. То было 17, 15, 12. А это, смотрите, 25,99. Доширак 21,99. Другой вермишель взяла Ролтон 19,99. Так, ладно. Магнит, каша овсяная, клубника, абрикос со сливками. А, это магнитовские. Значит, я взяла всего 4 штуки. На 51 рубль 96 копеек. Это выходит дешевле. 4. Так, ладно. А, заменитель сахара, вот. Саше 60 штук. 149,99. 150 рублей. Моя цена мюсли тропические я еще взяла. 69,99. Что это такое? А, это тоже магнитовские. Так, лебедянь молоко. Я вам показывала наше молоко. 104 рубля 49 копеек. Ну, наверное, у нас тут тоже так же продают. Цыпленок бройлер 141 рубль 39 копеек. А по этой цене, а вышло у меня на 238 рублей цыпленок. На неделю мне. Я раньше из одного окрачка приготовила плов. Вот, а если не жарить вот мясо, а запечь, ну, придется мне его всего запекать. Ясно, солнышко, каша. В ассортименте абрикос, яблоко, чернослив. Вот, 86 рублей. Ну, если хотите, я вам покажу. Вот, потом... Я взяла, значит, лекарства. Не знаю, звук у меня прибавлен, нет. Так, лекарства. Вот эндопамид. Это вот от давления. Так.
Индопомет 74 рубля. Панкреатин для желудка. Бывает он у меня. Панкреатин стоит 47 рублей 80 копеек. Вертекс. Вот взяла метформин от диабета. 60 таблеток. Кончается у меня и 500. Вот 500 стоит доза. Так. Панкреатин. Это метформин. И знаете, недорогой. 95 рублей 70 копеек. Вот. И на днях у меня подружка купала в воскресенье. Тоже подкупила. А то мне... Нету, кончились. От давления кончились. Панкреатин. Что делать? Спасибо, она была во Льве. Вот, она мне купила. Периндоприл. Я пью от давления. Видите? Вот. Где-то 150 рублей, наверное. Ну вот, все деньги. И вот такое она мне взяла. Это я пью вечером. Вот. Доза здесь стоит. Вот. 1000 миллиграмм. Это мне, значит, две таблетки надо пить. Метформина. Ну, ладно, себе не забивайте вы себе голову. В общем, две надо было такие таблетки по 500. А я купила по 1000. Одну буду пить вечером. Вот. Тоже где-то 180, наверное, рублей. Так что... Ой. Таблетки. И тут вот таблетки. И тут таблетки. Вот у меня скоро кончится. Вот сегодня не купила, не было у них. А торвастатин тоже от холестерина. Так. Купила еще вот такие вот эти батарейки. Ой, как я вот поеду, то нет батареек у них. То я не брала сначала, приеду. А какую вам нужно батарейку? Я говорю, а что, они разные? Она говорит, они разные. Потом я открою, ну, значит, вынула вот из кухонных весов. Я сама легко вынимается там. Вынула, вот, взяла с собой, вот сегодня возила. По 40 рублей каждый. А вот напольные весы, я не знаю, вот я сегодня хотела зайти еще в этот, в мастер, у нас магазин мастер. Ой, и купить отверточку такую маленькую, вот четырехгранную, или как она там называется, четырехгранную, да? Вот, такую маленькую, чтобы откручивать мелкие эти шурупчики. Угу. Шурупчики. Так, ну вот тут вот и сосиски я брала, и колбаски, вот перец. Вышел у меня с голубцами на 533 рубля. Так, колбасу я брала. Колбасу, сосиски, значит, я брала 200, наверное, 18. Вот. Я уже не помню, что я там. Вот. Так что я здоровье. Я вспомню, что я купила. Так, пойду я раскладывать продукты, а то они растают. Ой, я люблю голубцы. И перец люблю. Фаршированный. Вот. Завтра что-нибудь приготовлю. Вот, вот такие дела. Я там еще видео скину, когда я ехала. В общем, наше село называется одно, одно, а это я ехала через... Я два села проезжала. Два села. Наш вот автобус идет в 2 часа, когда он сюда людей привозит со Льва. Вот, обратно едет. И в два села заезжает. На Котовку, на Острый Камень. Тогда я в Лев попадаю. В общем, все обкатаем. Все села проезжу. Ну и хорошо, погода хорошая. А что сидеть, отсиживать?
Вот, прокатнулась. Так, ладно, я кушать уже хочу. Уже время было 8. О, когда же теперь уже и кушать-то? Это вы представляете, я считаю, вот, ну, я завтракала, больше я не ела. Я потом что-то тут мне кто-то звонил, потом переписывалась. И, в общем, время тут уже вот так надо было собираться. Вот. И надо было собираться на автобус 2 часам. И вот я приехала в 6. И пришлось ехать мне на такси. Я думаю, я не дотащу. Вот молоко ведь. Что, ведь одно молоко чего стоит? Вот. Ну. Так что поставлю молоко. Не знаю, как на заставку поставит YouTube. Поставить молоко мое любимое лебедянское, наше местное. Вот. Когда я видео скидываю через YouTube, там, к примеру, они там сами решают, какую картинку поставить из моего видео. Вот. А через другую, если я скачиваю, ну, скидываю видео, то через InShot еще я скидываю. Там другие картинки. Там убирает, как мне кажется, получше. Ну, ничего. Вот. Видите? Шапки. Все, пошла я раздеваться, кушать. И скоро уже 7:30. Всем пока. Понравилось видео, ставьте лайки. Вот такие вот, как в Одноклассниках. Класс. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Вот. Я всегда с вами. Елизавета. Пока.